Йоу, друзья, Сиэтл, привет, с вами снова я, Жабка, вы на моем канале, и просто слышите вот внимательно задний фон, где мой телефон, сейчас, если что, чтобы вы понимали, сколько времени. Я сидел, не спал, сейчас до сих пор жду, когда запустится бетка, чтобы соснять первым для вас видос. Я очень сильно устал, поэтому поддержите меня лайком за мои старания. Вы чувствуете это? Вы чувствуете это, ребят? Давайте зайдем. Блин, такая крутая музыка, просто офигенная. Давайте зайдем. Просто я не могу, как же это топово. Бетка доступна, ребят. Фенто ПР. Давайте, как обычно. Жабка. Ютубе. Создать. Это первый обзор с моего аккаунта. Будем сейчас смотреть. Так. Так, закроем. Давайте чуть погромче музыку. Давайте послушаем музыку. Блин, это топово. Лайк за новое музло. Просто лайк. Напишите комментарии, как вам понравилось новое музло или нет. Собственно, мы на новой версии бетки. Так, тут сразу предлагаю забрать алмазы. Предлагаю забрать Астон-24. Забираем. Всякие плюшечки. Хорошо, хорошо, хорошо. Короче, алмазики предлагают забрать. Больше нам ничего тут не предлагает. Мы больше не можем ничего забрать, да? Куб еще можно собрать, за то, что мы сыграем в классический мод. Сразу же открыто много. Похищение тыквы, чизпик. Все это мы посмотрим чуть попозже. Собственно, все это есть. Давайте по порядку. Зайдем в магазин. А, вы можете изменить меню позиции кнопки назад. Так, окей. Магазин. А, новый персонаж. Шани. Шани инженер, который работает на свалке. Что? Восстанавливает прочность брони после каждого убийства. Неплохо, неплохо, неплохо. Окей. Вроде как пока что ничего тут не доступно. Рассрочка у нас уже есть. Ну, короче, тут новый персонаж доступен. Естественно, мы его позже посмотрим. По каждому нововведению будет отдельный видос. По каждому нововведению. Хорошо, джекпот. Что на джекпотах есть? Новая заставка была. Так, ну тут ничего нету. Окей. Блин, топовая мелодия. Просто я офигеваю. Так, а задний фон изменили у нас. Все классно. Что у нас? Есть ли у нас что-нибудь тут новое? Йоу, братан, ты же хочешь точно такие же сетики и хочешь, чтобы они у тебя именно сейчас были? Все очень просто, ведь спонсор моего видео 1x, ведь там самые высокие выплаты, большие коэффициенты, это самый надежный и качественный букмекер. Ведь там есть не только спортивные рубрики, но и киберспорт. А по моему промокоду, который есть в комментарии, ты можешь получить до 6500 рублей при первом депозите. Пользуйся быстренько в описании и юзай, и получай сетики. Погнали дальше. Нового, по идее, я ничего не нашел. А тут... Окей. Так, персонаж. Давайте выберем персонажа. Где у нас Шани? Вот она, Шани. А, так. Восстанавливает прочность брони 10 после каждого убийства. Дополнительная прочность можно у вас улучшить до 3 уровня. До третьего уровня. Короче, максимально вы, конечно, не прокачаетесь, но по 20 брони после каждого убийства, блин, это топово. Если оно еще восстанавливает шлем, тогда это будет вообще прекрасно. А так, ну, типа, в принципе, нормально. Блин, четвертый навык так и не завезли. Вот это обидно, вот это обидно. Так, давайте зайдем в коллекции, в эмоции и посмотрим новые эмоции. Так, самый конец.
хлопаем руками. Короче, у нас один диджей до сих пор не работает. Хорошо. Со звуком? Со звуком? Если это реально будет со звуком, то это уже топово. Блин, это прикольно. Так, так, тряска. Чё-то как-то обрывается немножко. Или мне кажется. Окей. Селфи. У-у. Пам. Прикольно. Что тут? Джига какая-то. Лёль. Это шо, Азам бухой? Азам, привет. Что за дела? Окей, хорошо. Так, остальное у нас недоступно. Это типа нужно скачать. Нужно скачать, но мы это не можем скачать. Это центр загрузки. Это, короче, бетка, и мы не можем загрузить дополнительные текстуры. Ага, понятно. Так, это что у нас такое? Понял. Короче, картинка. И знаете чего? Из фильма Free Fire. Фильм Free Fire есть, вы знаете, нет? Так, тут больше у нас ничего нет. Дорога к мастеру... мастерству. Я не знаю, дорога к мастерству у нас открылась или нет. У меня, по-моему, нет. Ребят, напишите в комментарии, у нас есть эта дорога к мастерству? Потому что она уже была с прошлой бетки. И я так не понял, ее добавили у нас или нет. Так, в принципе, я больше ничего не заметил. В складе, по-моему, ничего больше не добавили. Окей. Тогда погнали в каточку. Ребят, давайте заберем кучу лайков, и я запущу новый режим похищения тыквы. Это будет следующий, скорее всего, видос, потом холодную сталь. В общем, это будет одних из следующих видосов. А мы пойдем, собственно, на рейтинг. Нет, значит, классические бермуды. Во, все, выберем классические. Запускаем! Сейчас посмотрим. Я слышал. Я вам показывал в одном из роликов, то, что, походу, там изменили... Во, картиночка! Топово. То, что мы изменили графику. Так, стартовый кат. Опа! Топово! Топово, топово, топово! Дайте! Дайте! Давай! Блин, интересно, пасхалка будет, если его куда-нибудь забить? Блин, ну это прикольно, это прикольно. Мне музло нравится. Вы слышите музло? Так, ну... Вот-вот, края мне не очень нравятся. Типа оружие, ну такое. И вот это вот главная стойка с диджейстом, ну типа, ну, туда нужно было, можно было кого-то поставить. Но все равно неплохо. Так. Вот так вот у нас самолет. Давайте потише музыку сделаем. Вот так вот сделаем. Так, а, кстати, я слышал там в управлении, вот. Вот так выглядит у нас карта. Короче, графон повысили. Да, карта выглядит типа с дымом, она у нас с туманом, слышите? Да, но у нас с туманом. То есть карта, в принципе, осталась та же, насколько я понимаю, только просто теперь туман добавили. То есть, видите, вот тут вот такой туман, дымку. Да, туман, дымку добавили, хорошо. В принципе, изменений по карте я не вижу. Давайте сейчас вот я долечу, спрячусь, я открою карту. И на всякий случай посмотрим, есть ли какие-то изменения на карте, потому что... Вот, это я понял. Короче, это когда ты летишь, а у тебя теперь сама карта сдалека видна хорошо. Типа, дальность прорисовки, мне кажется, сделали, пока ты летишь хорошую, а когда уже вниз спускаешься, чтобы не нагружать ваш процик, ее сделали поменьше. Окей. Окей. Пинг, пинг, пинг. О, пинг. Все, пинг прекратился. Пинг. Просто 400. Стоп, я не поднял? Я не поднял. Сейчас мы сделаем чуть погромче наш
Наш этот микрофон я не поднял. Короче, ладно, пофигу, свалим его от него. 350 пинг. Сейчас очень жестко лагать будет, скорее всего, потому что бетка только-только открылась. И доступ к бетке открыт просто у минимум количества людей. Просто у минимум. Вот так вот. Так, окей, пускай он там бегает этот. Почему? А я, в принципе, ничего не вижу. Надо найти какое-то оружие и посмотреть по остальному, что как там. Хорошо. В принципе, я ничего больше не вижу такого. Так. Давайте сейчас посмотрим вот тут вот. Короче, вот у нас деревья обновились. Стоп, подождите. А были коричневые деревья? По-моему, нет. По-моему, нет. Окей. Так, вроде бы все. Так, а что у нас по карте? По карте, так, верфь та же, булсай, кладбище, обсерватория, ангары, часовая башня, Бимасаки. Ну, в принципе, я ничего не вижу отличий. Так. Ребят, напишите в комментарии, если вы видите отличия. Напишите реально в комментарии, есть ли отличия. Я лично не вижу. Поставьте на паузу и напишите, есть ли отличия или нет. В принципе, ну я реально тут ничего не вижу больше. Короче, нужно найти будет сейчас новые предметы. И все, в принципе. Вот. Блин, ну такое. Надо будет персонажа нового обязательно купить, вам показать. Тогда будет вообще шикардос. И показать остальные режимы. Пока что, в принципе, блин, мне кажется, ли качество графики немного повысили. И то, что у нас деревья теперь стали разных цветов. Это тоже прикольно. Не знаю, мне кажется, ли они разных цветов. То есть есть одно, вот это вот такое коричневое. И есть вот зеленое. Если это давно было, то я даун. А если это сейчас добавили, то это неплохо. То есть реально разные цвета деревьев. Ну и графоний их, у них такой еще неплохой. То есть реально неплохой графоний. Хорошо. Мне больше всего интересно, что дает пружина и нагревательный элемент какой-то, как-то так называется. Если кто-то не знал, не смотрел мой прошлый видос, вот вы можете потом посмотреть. Ну, в принципе, все. Ну, в принципе, да, все тут. Я больше ничего не нахожу тут. Что-то интересное еще, что может вам понравиться. Так, ладненько, ребят. В принципе, это такой первичный обзор прошел. Надеюсь, вам понравилось. Блин, музыка реально топовая. Опа, опа, опа. Короче, пока спрячемся тут. Реально, музыка топовая, оформление топовое. Все мне понравилось пока что. Ребят, давайте 10 тысяч лайков, и я выпускаю новый ролик. Сейчас они будут клепаться вот так вот по очереди. Посмотрим новый режим. Там кто-то очень жестко воюет на заднем фоне. Просто нереально жестко воюет. Давайте я убью сейчас. Давайте я сейчас убью. Там реально воюют нормально так. Там, походу, боты друг против друга воюют. Почему они так долго воюют? Вы где? Понятно. Боты просто друг против друга воюют. Окей, понятно. Что это было? Дайте мне закончить видос. У них есть что-нибудь интересное? Не. У них нет ничего интересного. Хорошо, все, заканчиваем видос. Ребят, с вас лайки, подписка на канал. Ждите следующего ролика с обзором чего-нибудь еще. В общем, нового персонажа покажу, на что он способен. Ну и так далее. Ну а с вами был я, Жабка. Всем спасибо, кто меня смотрел. Всем удачи и всем пока. Пока. Па! У меня есть буст. У меня есть сервис. Не, ребят, блядь, кто писал сценарий к этой рекламе? Это ж пиздец, вы чё гоните?